Спасибо. Нет, дайте, ты что, тебя спрашивают все? Нет, ну бери, ну, что так... себе, то и мне. Так, вот наша корзина. Я не знаю, какой она. Давай будет. Такой же. Два. Нельзя в одну тару разные. Как чего? Ты взвешивать будешь? Легко. Так. Где? А что это за хлеб? А? 17 гривен на кусочек. А тут ты что еще хочешь? Я смотрю. Это на сколько? На 200 гривен, да, будет? А что ты там не взяла со скидкой? Краковская. Шашлычная. Я не должна себе, да, Таня? Я тебе гривну должна. Да, ты будешь это все исполнить. Сейчас, Света, молоко надо посмотреть. Таня, давай уже молоко там возьмем. Что тебе отсюда тащить? Сейчас. Тесто пустое. Говорю, все пекут сами. Ага, будут. Будут печь. Вообще, да. Ну, у меня пачечка лежит. У меня дрожжи вообще нет. Будет без дрожжи будет. Сейчас, может взять сгущенки. Некоторые смеялись, когда другие запасались. Возьму сгущенки. Собачий, кошачий. Мне, кстати, этот кошачий не надо. Собачий. Ого. Ну я вот такое все время брала. А, вот тут вот все, это 3 за 2. Ну это можно взять. 3. Феликс. Карели, зелень.
вот здесь. Дай мне в руки. Дай в руки тебе. В соусе. Грейви какой-то. Не знаю, что это такое. А вот это тогда. В желе. Не придется брать. А что? В соусе. Ой, Боже. Очередь в банкоматы бешеная. Курс зашкаливает за тридцатку. Слушай, мне... Тебе в кредит надо? 26 февраля. Город Днепропетровск. Как будто ничего нет. Ну, только что проезжали какие-то военные машины в сторону центра. Мы идем в банк снять наличные. Выдача, выдача и далее. Сейчас по идее, можно другую сумму вывести. Так денег нет. Ну так нет денег для выдачи. Не превышен лимит. Он же не пишет превышен лимит. А 1000 пробовали снять? Ну сейчас 1000 попробую еще. Может еще уменьшили лимит? Но меньше 1000 не могут они уменьшить. Света. Не забывай. Ну да. У нас все могут. Так. Это вот понабросали, наверное, те, кто пробует. Всё. Нет денег. Денег нет. Wi-Fi тебе можно попробовать снять. Остальное. Курс. Доллара евро на 26 февраля.